От души, на. От души, от души. Сейчас, короче, объявляется небольшой перерыв. Я в парашу сбегаю и продолжим. А, слушай, друг, я вкуснее ребрышек в жизни не ел. Я чуть пальцы не проглотил. Мой хороший. Уважаемый, мне очень лестно. Ну, хватит облобызающе обниматься. Я эту гомосятину не люблю. Это что за черт там? Кощей треплет. Попросил позвать повара, поблагодарить. Может, подсрачника ему дать? Если ты своим 47-м дашь ему подсрачник, у него позвоночник через рот вылезет. А нам этот кипиш не нужен, мы здесь не для этого. Он добрый. Он мне чаевые хорошие оставил. Молодец, Лёшка. Давай. Не задерживай заказ. В смысле лобозация? Ты что, меня гомиком назвал? Уважаемые, вы пьяны и ведете себя непристойно. Откушайте кофе, протрезвейте. Я сейчас попрошу, принесут. В смысле, откушайте кофе? Ты за кого меня принимаешь? Нет, а? Такого хавать уже нельзя. Кощей! Слышь, Шмара, ты что на нашего крошишь? Стоп, стоп, мы подошли из-за угла. Какие дружные ребята, да? По лицу не бить, чтобы заяву не написал. А по жарам можно? Истинные джентльмены. Клади его. Посмотри на звезды, посмотри на это небо. Взгляд... Сань, не надо. Пошли работать. Ой, спасибо. Это не моя куртка. Смогёшь для моей мамочки, что ли? Ага. Всё, ой. Следующая композиция от Ивана для его нежной, милой мамочки. Короче, от любящего сына для любимой матери. Песня «Сдохни, вертухай!» Я будто в юность попал, в 90-е. Да, ностальгический, безобидный беспредел, а? Все, однозначно день рождения буду отмечать здесь. Давай, создай беседу, я всем напишу. Выходишь по УДО, не забывай отмечаться у своего участкового. Не забуду, спасибо. Ну что, Дим, через сколько увидимся? Я завязал, сюда больше не вернусь. Все вы так говорите. До встречи! Ну, здравствуй, Вова. Привет, брат. Извини, что опоздал. Дим, ты прости, что не заезжали, но просто у нас у всех семьи, быт, работа, понимаешь? Все нормально. Угу. Сам-то как? Чем заниматься будешь? Работать. Угу. Ты ж просто, ну... Я смогу. Ну да. Ты просто никогда не работал, я подумал. Человек, тварь адаптивная. Научусь. Отвези меня к маме. Поехали.
ладно ко мне. К маме чего не заезжайте. Она же нас пятерых родила, выходила, вырастила одна. Ну, у нас семьи, командировки. Бред, Вова. Дим, знаешь, это не тебе, конечно, лучше нравоучениями заниматься. Ты всю жизнь воруешь, сидишь. Прости, конечно. Да это не нравоучение. Просто логика. Маму навещать надо. Ну не сидел бы, Дим, и навещал бы. Да я не спорю. Я негодяй. Отбывал наказание. У вас-то что за оправдание? А знаешь что? Знаешь, мы с ней все время возились. А ты выйдешь на полгода и обратно. А мы возимся. Только она все равно Димочку вспоминает. Как там мой Дима? А мы так сбоку припеку. А самое интересное, она квартиру тебе после смерти оставила. Тебе, преступник. Ты езжай, Вова. Я сам пойду. Это, Дим. Езжай, брат. Сумку только оставь. Кощей. Шустрый. С освобождением, братан. Проходи. Ой. Твой чефир можно в модных клубах подавать. Вообще мармелад. Благодарство. Вот у тебя как-то непорядок, грязновато, нехорошо. Ты лучше расскажи, как ты на воле адаптировался. Или снова дуришь голову бабушкам. Альфонс, чистюля хренов. Чё это Альфонс-то? У меня, между прочим, с Маргаритой Васильевной все по любви было. Это потом ее что-то коротнуло. Он украл мое фамильное золото да брошь янтарную. А я не крал. Я так чисто позаимствовал. Ну, мусорам, ты же понимаешь, им пофиг. В итоге у меня клеймо ЗК в паспорте. А с этим клеймо работу не найти. Ты же хороший повар. А толку что? Узнают, что сидел, не берут. А крутить он шаурму из тухлятины в этих узбекских лавках не хочу. Угу. В общем, негоже бывшим арестантам на Руси матушке. Слушай, шустрый. Тема есть одна. Можем банк выставить. Так, стоп. Кость, я завязал. Хочу все же попробовать начать жизнь людскую. Тем более по условно-досрочному освободился. Не дай бог засвечусь где-то. Выйду из тюрьмы уже глубоким стариком. Ладно. А чефир хороший. Плескануть еще? Ну, давай. Thank you.
сожалению, без высшего образования не можем взять. Свободных вакансий сейчас у нас нет, и без высшего образования, понимаете, не вариант. Извините, но без высшего образования не можем. Это же вакансия грузчика. Это же вакансия грузчика. Рассказывай, что там за тема по банку. Короче, была у меня мадам, шпатлевщица работала. Прихорошенькая. Плечи, как у Валуева, а лицо, как у Моники Белуччи, если бы та выросла в Твери. Так вот, она делала как-то ремонт в подвале одного ресторана. Моя тверская Моника Белуччи, возьми да и скажи, что стена подвала ведет к хранилищу банка. После этой информации, которую я получил от Моники Белуччи, в моей душе заселился змей-искуситель и начал сосать подложку. Я сразу вспомнил про свою мадам из городской архитектуры. В общем, вот. Схема здания у меня. Шпатлевщица была права. А как в ресторан попасть? Через центральный вход. Он в аренду сдается. Здорово, Сашка. Ты чего, метателем молота заделся? Шустрый! А ну какие шиши кафе арендовать? Я мамину квартиру заложу. Только работать придется по-настоящему, чтобы подозрения не вызывать, учитывая наше прошлое. И самое главное, придется хоть что-то зарабатывать, чтобы я вносил платежи за квартиру и аренду ресторана покрывать. Думаю, что подкоп займет несколько месяцев. Невзирая на близость объектов, не вариант квартиру потерять. Да. Да без бы, но я за охрану могу отвечать. Ну и это, спеть могу. Великолепно. Я готовить буду. Он хорошо готовит, я за бар встану. Да. Слушайте, официант нужен. Может, брата моего? Который корову украл. Он недалекий, но порядочный. А чего, нам подходит? Такой же лишний человек, как они. Если общество считает нас преступниками, то смысл нам отпираться? По соответствиям ожиданиям социума в последний раз. А как делегу сделаем, разойдемся навсегда, богатые и счастливые. Золотые слова. Отдыши, на, отдыши, отдыши. Короче, мы закрываемся. Собирайте свои манатки и валите нах. Сейчас помогу. Пацанов заменим. Жуткое зрелище. Че? Че, да я это... На дыру он засмотрелся, задумался. Залип и... У меня ассоциации... Это... С Натахой. Там она...
Шаболда была знатная с моего района. А тут башка твоя показалась. Разбогатеем, детей заведу. Полиция, откройте! Бегом в подвал. Закройтесь там и сидите, пока я не приду. Она закроет. Полиция, откройте! Не закроет. Давай в подвал, бегом. Меня не точит, все равно уже где ты и с кем ты.